Уже давно нет тех, кто знал великих полководцев и рядовых героев. Образы павших стираются из памяти. Мы мало знаем о Первой мировой. Откуда родом защитники крепости Осовец, герои атаки бессмертных 226-го землянского полка? Кто знает, что битва за Воронеж стала фундаментом победы в Сталинградском сражении? Мы помним лишь малую часть того наследия мужества и безответного служения Родине, которое оставили нам герои нашей истории, защитники нашей земли. Сегодня потомки тех, кто участвовал в легендарных сражениях, решили рассказать о неизвестных подвигах бесстрашных воинов. Пройти дорогами забытых сражений, создать реконструкции великих моментов нашей истории. Построить аллею героев. Дорогу бессмертного подвига русского народа. Движение «Бессмертный подвиг» – дань памяти тем, кто сделал Россию великой. Народ, который помнит свою историю, непобедим.